Всем привет, друзья! Сегодня у нас рубрика «Гараж». Я буду делать пластик, именно морду мотоцикла. Как всегда, пошли трещины, сколы от наших дорог. Естественно, на новом пластике такого не будет. Но это те старые раны, которые нужно залечить. И я разные способы демонстрирую и пробую, в принципе, для себя, как лучше будет держаться. Вот, как можете видеть, морду я снял. Вот она уже лежит. Вот здесь у меня пошла вот так вот трещина. То есть я ее склеивал там вообще печальным вариантом. Сейчас мы взяли чуть-чуть на скобы, сшили. Мой брательник, естественно, помог мне это сделать. Вот здесь на 4 или 5 частей. Сверху я заложил эпоксидочку, специальную ленту, порезал кусочками, соединил. Это дело оставил. Оставлю на сутки, пускай затвердевает. Потом я это все буду красить. Ну и уже потом посмотрим, какой будет результат по окончанию. Ну а что касаемо, сколько я разбавлял, примерно половину на половину. То есть оно рассчитано на цельное. Если вы полностью все замешиваете, то все. А если в концентрате, то половина у нас идет эпоксидки, а здесь половина уже самого отвердителя, чтобы это максимально была та консенсация, которая нам нужна для склейки. То есть, если перельете, будет слишком хрупкое, не дольете, опять же, та же самая история, поэтому на этом моменте тоже будьте внимательны. Лучше сразу все заколотите вместе до того состояния, которое я вам покажу, и все, в принципе, будет так клеить, как вам это нужно. Смотрите, ребят, до какого состояния нужно замешивать эпоксидочку. То есть она должна быть уже такого почти белого цвета. Вот, вязкой. Очень вязкой должна быть. И только тогда вы уже берете материал, смачиваете и ложите. Вот тогда, когда он греется буквально. Это будет самая максимально хорошая плотность клейка с любым материалом, с пластиком, чтобы это не было. И вот сейчас, в принципе, я то же самое буду делать. Мочили вот стекловолокно, оно может быть таким, может быть тоньше, но тряпочкой лучше всего. И можно нанести сверху еще вот такой слой сделать, оно максимально будет крепким, максимально цельным возьмется. Но также смотрите, если у вас будут какие-то детали по соединениям идти, чтобы оно друг другу не мешало. Здесь-то идет ветровик. Неважно, а здесь у вас садится фара. Смотрите, чтобы все было плотненько. Ну или можно потом почистить по результату. Итого, у нас прошло. Ну вот, как сами видите, вот такой у нас шов получился, хотя можно было скоб чуть-чуть больше поставить, раз еще штучки 3 накидать. И, в принципе, полноценная покраска у нас пошла. Пока так выглядит, посмотрим, как оно будет держать и проявит себя. Так, вообще в целом, чем я занимался? Я купил баллончик краски, баллончик лака, то есть, сами видели, сначала мы чуть-чуть его подшили, потом я заколотил эпоксидку. То есть все это заклеил. И как происходила покраска. Красил я 3 или 4 слоя с промежутками 10-15 минут в зависимости от краски. И ждал до полного засыхания 2 часа. Потом я красил лаком. Точно так же 3-4 слоя с 10-15 минут передышками между подходами. И все это дело опять же целую ночь простояло. Утром сегодня мы его уже собрали. И вот соответствующий вид. В принципе, меня вполне устраивает. Я хочу проверить, как этот шов будет держаться. Это та травма, которая была не мной сделана уже от наших дорог. То есть ранее пластик делался. То есть поэтому я это и снимаю. Вот. Если уже и это будет беда, я лучше уже где-то закажу отдельно передок. Пускай там потрачу пару тысяч, может бэушные. Главное, надо проверить на наличие таких же трещин, сколов, чтобы наши дороги не проверили. У нас лично ужасные дороги. Напишите в комментариях, какие у вас. И, по крайней мере, будем знать. Интересно, в принципе, пообщаться. Ну, а так, ребята, не забывайте то, что конкурс проходит на каждую новую 1000 подписчиков. Есть также такая тема, если от тебя придут больше 30 подписчиков, я плачу за каждого подписчика 2 гривны. Сами считайте, пришло 50, вам сотня, пришло 100. Это будет вам вообще 2 сотни, неважно. Как это сделать? Вы просто на меня подписывайтесь, говорите друзьям, ну, где вы там рекомендуете, чтобы на YouTube подписывались, называли ваше имя. Так я смогу посчитать всех подписчиков
и заплатить вам деньги. Перевести на карту, на электронный кошелек или вручить лично — вообще не проблема. Поэтому дерзайте, давайте сделаем, очень круто. Точно так же переходите по этому QR-коду, сканируйте его, качайте приложение Tuplo.ua, вы сможете заправлять бенз и дизель с 10% скидкой и до 6% на газ. Когда у нас все в стране наладится, это будет очень даже актуально. Поэтому заранее качайте, это точно не помешает. Подписка на канал, оставьте комментарий. Дальше больше, скоро увидимся.